Безопасность превыше всего. В Ненецком округе на проезжей части дороги по улице Швецова рядом со школой номер 3 и детским садом «Ромашка» установили дорожные знаки, запрещающие остановку автомобилей. О том, как на это отреагировали родители школьников и малышей, в следующем материале. Было неудобно, а сейчас что, парковка большая, и садику место, и школьника место. То есть нам всем хватает, и утром, и вечером, поэтому... Детям всем хватает? Здесь парковка, да, но дети все равно ходят, некоторые даже не смотрят, что машины отъезжают утром. Днем-то попроще, а утром их иногда и не видно даже, что они там где-то сзади идут. Здесь поставили знаки, теперь, наверное, безопасно, что стоянка запрещена и остановка тоже. Теперь, наверное, безопасно, все будут заезжать сюда, на стоянку. Но здесь стоянка тоже небезопасная, потому что нет тротуаров. И все обходят сзади. На территории школы номер 3 расположена парковка. По замечаниям одних родителей-водителей, парковка недостаточно безопасна, так как нет тротуара впереди машины, что обеспечило бы надежность. Однако некоторые родители предпочитают останавливаться на проезжей части для того, чтобы высадить и отправить детей в школу или садик. Именно поэтому сотрудники ОГИБДД на постоянной основе проводят профилактические мероприятия. Мы проводим профилактическое мероприятие «Водитель-пешеход». Данное мероприятие мы намерены и будем проводить на системно-плавной основе. И цель нашего мероприятия – призвать водителей, родителей, которые перевозят своих детей, соблюдать правила перевозки детей в автомобиле. На сегодняшний день на территории округа уже у нас зарегистрировано 5 происшествий, в которых 5 детей пострадало. Это у нас в 4 происшествиях наезд на пешехода, где дети, будучи пешеходом, пострадали, и один у нас велосипедист. Поэтому... Данное мероприятие, думаю, оно полезно и востребовано для нашего округа в части профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. Прошлый четверг на проезжей части дороги установили дорожные знаки, запрещающие остановку автомобилей. Это сделано для того, чтобы сделать движение более безопасным, так как большинство родителей паркуются на проезжей части дороги, несмотря на наличие обширной парковки для автомобилей. Для безопасности всех участников дорожного движения решено было установить 4 знака «Остановка запрещена». В адрес окружной госавтоинспекции поступали многочисленные жалобы от граждан в связи с тем, что родители перевозят своих детей в школу, и в школу номер 3 и садик «Ромашка» не по правилам дорожного движения, то есть без детских удерживающих устройств. Также водители останавливают свои автомобили на проезжей части, что категорически нельзя, так как вблизи данных образовательных организаций у нас есть парковки, ничего не мешает им припарковаться и высадить ребенка либо в школу, либо в садик. Напомню, по итогам деятельности сотрудников ОГИБДД за третий квартал 2020 года основными и непосредственными нарушениями правил дорожного движения, повлекшие к совершению ДТП, является нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части. Будьте внимательны, соблюдайте ПДД во избежание серьезных последствий. Наталья Дуркина, Владислав Носкин, Вадим Стасюк, телеканал «Север».